Суворовской больнице. Большой юбилей. Сегодня больница, она у нас базовая. Вы сегодня обслуживаете, наверное, даже не обслуживаете, нехорошее слово обслуживать, да, потому что вы жизни сберегаете, помогаете людям четырех районов, не только Суворовский район, но это наши Белевский, Адоевский, Арсеньевский районы. Вы у нас такие вот во многих вещах и первая, и последняя надежда. Больница хорошая, но еще много вот фильм показали, хорошие. Посмотрите, за 20 лет как много изменилось в больнице, но еще многое впереди предстоит сделать. Но есть самое важное, какие бы хорошие стены мы с вами не построили, какое бы оборудование мы с вами не купили, самое важное, это, конечно, люди. Люди, которые работают. Я бы даже, наверное, сказал, не работают, это ваше призвание. Потому что действительно помогать людям, спасать людей, сберегать жизни – это призвание. Спасибо вам. Я желаю вам телесного и духовного здоровья и долгих лет жизни. Что хотел сказать, почему попросил о встрече с коллективом, потому что действительно у нас Суворов город энергетиков был, и Черепецкая ГРЭС всегда являлась для города градообразующим предприятием. Поэтому для нас, конечно, очень важно, чтобы вот этот крупный инвестиционный проект, чтобы этот крупный инвестиционный проект был завершен, чтобы предприятие встало в тот свой нормальный режим работы, который был запланирован ранее. Мы должны были с вами вести предприятие в конце прошлого года. К сожалению, мы не смогли этого сделать. То есть второй этап у нас был на апрель этого года. Сейчас у нас ноябрь, опять же, текущего года. Я надеюсь, что все-таки в ноябре мы справимся с этой задачей. Или... Теперь уже точно справимся. Точно справимся. Да. Ну, хорошо. Мы со своей стороны, как власть, прекрасно понимаем трудности. К сожалению, несмотря на то, что объем финансирования, вообще объем контракта по сумме огромный, но подрядчики бывают разные. Но мы прекрасно понимаем, что город не должен стоять, город должен развиваться. Сами видите, мы много денег вкладываем сегодня и в город, и в район. Это и дороги мы строим у вас, и благоустройство города, которое происходит. И во многом здесь жители области помогают суворовцам в том, чтобы, так сказать, Суворов у нас не отставал, а был одним из передовых городов и муниципальных образований. Но мы, конечно, надеемся и на отдачу. То, что предприятие будет запущено, предприятие из планово-убыточного станет планово-прибыльным, то, что будет расти заработная плата работников на Черепецкой ГРЭС, это наша основная задача, и то, что будут появляться какие-то дополнительные производства, непосредственно находящиеся в непосредственной близости от ГРЭС. Раздевалки, душевые, новые, крыши, стены, утепление. Это стадион, раздевалки для футболистов, у нас команда играет. Там 2-3 зимы. Теперь мы можем не зависеть от погодных условий. Это, наверное, самое главное важное. Вы сейчас говорили про ремонт стадиона и то, что будут класть дорожки. Это будет очень большим подспорьем для занятий летом. Мы бы очень хотели, чтобы здесь были хорошие дорожки. Что мы сможем сделать. Посмотрим. На этой территории. Нет.